Прежде чем этот молоденький саженец вырастет в могучую, вечно зеленую сосну, пройдет не один год. Впрочем, на Городищенской земле работают на этот раз на долгосрочную экологическую перспективу. Сотрудники компании «Пауте Плюс» организовали межрегиональную акцию по посадке деревьев. Вот так его садили, прикопали. Красивый. Вот первый раз сажают деревья и рада. Дом построилось, дерево вырастет, сын тоже вырос. Знаешь, что это на благо, и делаешь. А вот с садоводством, огородством связано как-нибудь? Теперь да. Наверное. Ну нет, я до этого сажал. У меня у дома участок есть, я там иногда высаживаю помидорки. Вот, картошку даже, наверное, пару раз сажал. А теперь сосны. Теперь сосны, да, вот, я добрался, наконец, я дерево посадил, вот самое главное. Надеемся, как вот нам сказали, 20 лет растут вот эти вот сосны. Надеемся встретиться тут через 20 лет и посмотреть, что же у нас тут получилось. У нас впереди еще вон там, можно еще сажать. Работы много. Да работы, непочатый край. Т-Плюс уделяет большое внимание заботе о природе, поэтому не случайно 20-летие компании было решено отметить именно таким зеленым марафоном. Многие из энергетического коллектива, благодаря работе которого в наших домах всегда тепло и уютно, трудятся в ресурсоснабжающей организации с самого ее основания. 40 специалистов посадили более 3500 саженцев. Был кинут клич, и, собственно, все вот эти вот, кто здесь участники этой акции сегодня есть, они изъявили желание, именно захотели поехать и поучаствовать в вот этой высадке этих саженцев. Акция эта важна, в принципе, это очень хорошее мероприятие с точки зрения улучшения экологии не только этого района, но если говорить в рамках Т-Плюс, это делается во всех городах присутствия или областных центрах. Деревья городам Т-Плюс – межрегиональная акция, в рамках которой всего сегодня высадили 50 тысяч деревьев. Кстати, именно столько сотрудников работают в одном из крупнейших холдингов страны.